Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Ролан Морозов. И сегодня я вам хочу предложить такую возможность сделать друг другу самопиар. Смотрите, на моем канале есть такой вот раздел «Рекомендую подписаться». То есть, видите, я уже подписан на эти каналы, но не суть. Я сегодня не буду рассказывать, как продвигать YouTube там хэштегами, уникальными видеоми, там текстами. Это совсем сегодня не важно. Просто покажу, вот как попасть в этот список, чтобы мы могли бы продвигать друг другу. Собственно, я сейчас покажу, как это делать. Но перед этим я вам объясню, что надо сделать вам, чтобы попасть в этот список. Естественно, вы должны посмотреть любую мое видео, хотя бы вот тот самый, что вы в данный момент смотрите. Поставить ему лайк. Это же понятно. Хотите вы подписаться на мой канал или нет, это будет совершенно добровольно. Это делать не обязательно. Слышите? Не обязательно. Единственное, я хочу, чтобы вы поставили бы меня вот такой же список. И взаимно поставлю я вас. Как я узнаю, поставили вы меня в этот список или нет? Под это видео, что вы сейчас смотрите, оставьте любой комментарий. Ну просто любой. Ну, можно просто «хочу в команду» или «хочу список», либо просто там, ну, любую. Я перейду на ваш канал и посмотрю, есть ли у вас такой раздел, и есть ли там я, то есть существую ли там я. Для этого, чтобы, например, это понятно, да, чтобы получить ссылку на мой канал, просто идете на главную моего канала и вот скопируете эту верхнюю ссылку. Собственно, как вот сделать такой раздел? Рекомендую подписаться. Смотрите, на главном странице у вас есть настройка вид канала. Нажимаете сюда. По-моему, пока что предельно ясно, да? Крутим совершенно вот так вниз. Сюда нажимаем «Добавить раздел». Сюда выбираем. Вот видите так. И тут вот внизу каналы. Совершенно внизу канал. И нажимаем «Новую группу». Не подписчик, а именно «Новую группу». Тут будет вот такая новая группа, его не надо никак назвать, вот так есть, как есть. Тут выбираем, как хотим видеть список, то есть в ряд горизонтал, либо вертикальный список. Но я оставлю горизонталь, так выглядит лучше. И вот сюда можно добавлять уже каналы. Ну, не спешите это делать. Сюда нажимаем, что увидят пользователи. Вот сюда, именно вот сюда напишем мы то, что мы хотим, чтобы видели бы люди, когда заходят на ваш канал. То есть, как у меня вот это, рекомендую подписаться. Сюда можно написать именно то, что вы хотите. Чтобы это активировать, естественно, надо сначала добавить хоть одну канал. Это делается вот так. Добавляю канал и все. Сюда ставим название раздела. Вот ровно, что я сейчас показал. Вот сюда рекомендую подписаться, например. И сюда URL канала. И готово. Так, как у меня уже такой раздел есть, я сейчас не буду это показывать. Единственное, что еще вот сначала он будет внизу у вас так. А вот тут будет такая стрелка, и нажимая эту стрелку, вот смотрите, я нажму вот так. Просто вот так дойдете до верха, чтобы был бы вот так наверху. Так, надеюсь, это понятно, да? Вот, собственно, так создаем этот раздел. Так, у меня он уже создан, да? Вот иду на мой канал, и для примера добавим сюда любую участника, вот сюда, к каналу. Вот я просто иду на новую страницу, чтобы вам наглядно показать. Беру первый же попавший человека на моем канале. Ну, например, вот тут есть мимо, как всегда. Тут есть Виталий. Нажимаю на Виталий страницу. Вот отсюда скопируем его ссылку. Вот это на его канал, потому что я на главном, как я показал. Иду сюда. Настройка вида канала. Нажимаем сюда. Это вот я делаю каждый раз, когда добавляю сюда людей. Смотрите, нажимаю сюда. Что тут делает-то? Деловой. Сейчас подождите, пожалуйста. Нажимаем сюда. Добавить участника. Видите, нажимаю сюда. Ставим канал Виталика. И добавить.
Все, видите, Виталик сюда добавился. Если вы хотите перетаскивать, например, там есть у вас друзья или что-то, просто берем и вот так перетаскиваем, и вот Виталик будет у нас первым прямо. И нажимаем готово. Все. Видите, как это просто делается? Что, собственно, так можете и попасть вы на этот раздел, рекомендую подписаться вот сюда. Вот таким способом. Что-то у меня не получилось, давайте еще раз. Я, по-моему, не сохранил этот вещь. Вот так. Вот видите, как еще? Добавляю канал. Канал Виталика. Добавить. И готово, я забыл нажать. Все. Теперь все готово. Нажимаем еще раз готово. Видите, Виталик теперь появился уже твердо на моем списке. Однозначно, видите, он тут. Все. А так, друзья, если вы хотите также попасть в этот список, просто оставим любой комментарий. Я по этому комментарию перейду на ваш канал. Посмотрю, сделали вы это раздел. Имеется ли мой канал в этом списке. Если он имеется, я без никаких вопросов добавлю вас вот сюда. Иногда буду, конечно, проверять, буду, если я до тех пор там в списке, чтобы вы не удаляли бы. И пока буду я в вашем списке, и будете вы в моем списке. Так что, друзья, если это видео было вам полезно, ставим лайк. Поможем друг другу развиваться каналом, потому что подписчики – это наше все. Без подписчиков нету просмотров и продвижения канала. Всем пока, друзья. Делимся с этим видео своими друзьями, чтобы и они попали бы в нашу компанию вот сюда, в список. Всем пока, друзья.